22-летняя Кайли Дженнер, Кайли Дженна, дала поклонникам мини-урок макияжа. Инстадива показала, как красит губы. Младшая сестра 39-летней Ким Кардашьян разместила новый ролик в бьюти-блоге, который ведет в Инстаграм. Самая молодая миллиардерша мира готовилась к очередной фотосессии. Она сидела в белом халате и наносила макияж, пока стилист укладывал ей волосы. Чтобы сделать пухлые губы визуально еще больше, звезда использовала три продукта собственной марки. Вначале Кайли подчеркнула форму карандашом лилового цвета, немного выйдя за пределы естественных линий. Затем она нанесла жидкую помаду и щедрый слой прозрачного блеска, добавивший объема. Видео привело поклонников Дженнер в восторг. «Ты королева мейкапа, шикарная, просто ошеломительные губы, потрясающие, как всегда», не скупились на комплименты фанаты инстадивы. Кайли поделилась с фолловерами еще одним роликом. Накануне ей пришлось пережить процедуру удаления зубов мудрости. «Это отстой», — пожаловалась звезда подписчикам. Она приходила в себя, лежа на кровати в комнате с закрытыми шторами. Ранее Дженнер шокировала реакция дочери на ее признание в любви. Звезде пришлось принять, что малышка взрослеет. Недавно брюнетка устроила грандиозную вечеринку по случаю двухлетия девочки. Праздничные декорации возмутили российскую светскую львицу Алену Водонаеву.